Я, конечно же, рад приветствовать вас сегодня в этом зале, в таком представительском широком составе. Вы знаете, в последнее время, вот немножко в качестве отступления, появилось столько мнения формирующих личностей. Ну, кто хайпуется, кто постится в интернете. А вас, я считаю, действительно мнение формирующими людьми. Ну, кто, если не преподаватель вуза, или политолог, кто, если не депутаты, ну кто, если не вы, сегодня формируете мнение нашего народа. И нашу встречу мы планировали, конечно, давно, потому что есть объективная необходимость поговорить не только о достижениях и перспективах развития отечественного образования, но и обсудить проблемы на злобу дня. Вы не просто обучаете квалифицированных специалистов. Как бы пафосно это ни звучало, прежде всего, вы воспитываете граждан нашей страны. Формируете интеллектуальную элиту общества. Не бывает и быть не может элиты этой без вас. Нельзя сказать, что мы строили свою суверенную отрасль образования на пустом месте. Все-таки именно советская модель считалась самой успешной и передовой. Что нам осталось от Союза? С одной стороны, мощная вузовская школа с хорошей методологией и содержанием, с именами, которые были известны во всем мире. С другой, изрядно износившаяся инфраструктурная база, неимоверная текучесть кадров. Что-то надо было делать. Нам, молодой Беларуси, со всех сторон начали подкидывать различные идеи радикального реформирования системы образования. Те, кто из вас постарше, помнит, как было. Уверен, если бы пошли на это, сегодня плелись бы в числе отстающих. Потеряли бы и школу, и традиции, и людей. И если разобраться, мы ведь вовремя обнаружили все подводные течения, скрытые за маской искренней помощи. Вопрос в одном. Скажите, кому здесь, в Европе, надо существование потенциального конкурента, самостоятельного и интеллектуального, и развитого этого конкурента? Какой-то коротенький период времени фактически у власти орудовали национально сведомые, скажу так, которые якобы боролись за суверенитет и независимость. И как только они взяли верх в Верховном Совете, что они сделали? Они прежде всего вторглись в систему образования. Не экономика и даже не политика, а в систему образования. И вы помните, что тогда происходило? Став президентом, мне, спасая страну, пришлось заниматься и системой образования. И тогда я уловил ту нить, которую надо было тогда поддержать. Тогда я заявил о том, что нам не надо ничего ломать и выдумывать, потому что сломал, а потом надо что-то придумать, на этом месте построить. Нам надо совершенствовать ту систему образования, которая у нас есть, была и будет. И нам с величайшим трудом удалось, ну, наверное, в большей степени вернуться к той системе, которая была, усовершенствовав ее и, конечно, не отказаться от новых ростков, которые были в то время и в системе нового образования. И мы спокойно начали работать. Не только сохранили, но и приумножили лучшие традиции нашей высшей школы.